Новый день, новые возможности. В рамках Петербургского международного экономического форума Дагестан подписал ряд соглашений с крупными российскими компаниями. Мало того, площадка региона в заключительный день работы форума была настоящим центром притяжения интересных гостей. Яркие подробности у Раисат Юсуповой. Третий день форума. Власти продолжают подписывать соглашения. Регион достиг договоренности с Росконгрессом о взаимодействии над повышением инвестиционной привлекательности Дагестана. Документ был подписан сегодня с директором фонда Александром Стуглевым. С избирателем правительства региона будет сотрудничать в социальной и экономической сферах. В том числе поддерживать малый и средний бизнес, повышать уровень общественной безопасности. Мы находимся у официального стенда «Газпрома». В эти минуты здесь проходит подписание соглашений между корпорацией и регионами, в том числе и Дагестаном. Сергей Меликов и Алексей Миллер договорились о расширении использования природного газа в качестве газомоторного топлива на территории республики. О взаимодействии при консолидации газовых сетей Дагестана власти региона договорились уже с «Газпром Межрегионгазом». Соглашение об этом также было подписано сегодня с генеральным директором компании Сергеем Густовым. Тем временем на дагестанской площадке сегодня особенно оживленно. Почетный гость – заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Он отметил, что стенд, представленный на форуме от Дагестана, демонстрирует не только сегодняшние успехи и достижения, но и дает представление о потенциале региона. Мы имели возможность с Сергеем Алиевичем переговорить, обменяться мнениями. Я считаю, что работа Республики Дагестан, руководство Республики на этом форуме успешная. Заключены очень интересные, важные соглашения как с федеральными структурами, так и с инвесторами, с промышленными группами, финансовыми структурами. Все это работает на то, чтобы наша республика, родная Республика Дагестан, развивалась. А экономическое развитие – это необходимые условия для того, чтобы росло благополучие дагестанского народа. Одна из звездных гостей площадки Дагестана Тина Канделаки провела прямой эфир для своих подписчиков прямо со стенда. Не обошлось без провокационных вопросов. Чем это вино лучше грузинского? Вопрос. Опасный вопрос. Это вино не лучше грузинского, оно, я бы сказал, одного уровня с грузинским вином, потому что мы братский народ. Какой достойный ответ. Экскурсию для Тины Канделаки провел министр туризма региона Эмин Мирданов. Он рассказал о наших достопримечательностях и пригласил знаменитую гостью площадки отдохнуть в регион. Тут меня Эмин пригласил, ваш министр по туризму. Крайне предприимчивый, умный, быстрый мозг, быстрая реакция. Узнал, что я здесь нахожусь, сразу сигнал прислал, что нужно стенд прийти посмотреть. Вы знаете, в современной России, где внутренний туризм не так развит, все-таки очень многое зависит от того, кто в регионе представляет туризм. Вот я могу сказать, что наше знакомство крайне приятное, и у вас правильный человек представляет туризм, поэтому с таким министром по туризму, вы знаете, много чего можно и посмотреть в Дагестане, и время провести в Дагестане, и об этом не пожалеть, можно это даже сделать этим летом. Петербургский международный экономический форум – это в том числе площадка неожиданных встреч. Художник Никос Сафронов после разговора с главой Дагестана в пассаже экспоцентра поделился особым, теплым отношением к нашему региону. Я почетный гражданин города Каспийска, для меня это большая честь. У меня там были выставки, я проводил мастер-классы. Пришло за месяц где-то 35-37 тысяч человек, это было для меня. И вообще я там иногда приезжаю и преподаю, то есть для меня это очень приятно быть народном Дагестане. Вернемся к подписанным соглашениям этого дня. Еще одна важная для региона договоренность была достигнута с Вымпелкомом. В ближайшие 5 лет Билайн планирует инвестировать в улучшение качества связи в республике 1,2 миллиарда рублей. Соглашение об этом подписали Сергей Меликов и гендиректор компании Рашид Исмаилов. Мы с Рашидом Рустамовичем договорились продолжить наш диалог для того, чтобы более конкретно определить цели, задачи, направленные на улучшение качества жизни людей в Дагестане, которое, безусловно, должно основываться на новых технологиях, на элементах цифровизации, которые тоже являются предметом деятельности Вымпелкома. Тем временем на стенде Ростуризма звучит лезгинка. Это специальный подарок от участников ансамбля «Молодость Дагестана». Такое яркое выступление участникам форума запомнится надолго, как и солнечный, гостеприимный горный край. Раисат Юсупова, Ибрагим Магомедов. Время новостей. Санкт-Петербург.